Россия хочет втянуть Беларусь в войну. России уже недостаточно смертей своих солдат. Им нужны белорусы. Им нужны ваши дети. Россия не в состоянии победить Украину. Но Россия пытается удержать образ силы, способной диктовать миру свои условия. Для этого им нужны вы. Им нужны ваши души. Им нужно, чтобы ваши солдаты умирали в Украине. И ваши солдаты провоцировали Польшу. Ведь тогда агрессором будет не Россия. Агрессором будет Беларусь. Толпы российских наемников, насильников, убийц и убогих уголовников готовы устраивать провокации вдоль границ вашего государства. Фашистская Россия хочет вновь принести войну, боль и страдания на земли Беларуси. Не ведитесь на провокации агрессора. Не помогайте международно признанным преступникам. Цените свой суверенитет. Выберите мир. Мир без расизма.